Леонид Карташов за рулем 38 лет. Несмотря на возраст, он до сих пор ездит на своем любимом «Москвиче». Правда, маршруты выбирает недалекие. Ветеран Великой Отечественной войны сел первый раз за руль в этом году. Заехал на заправку и очутился на торжественном открытии первой автоматической автозаправочной станции Бавлинского филиала ООО «Татнефть» АЗС-центр. Спасибо за подарок. Ну, с удовольствием, но и своих пенсий хватает. Ну, как говорят, ну, дурняк. Эта автозаправочная станция отличается от других. Чтобы рассчитаться за топливо, клиенту теперь не надо будет подходить к оператору. Расчет производится через специальное устройство по карте. Здесь же автолюбитель может получить онлайн-консультацию оператора. Заправочные станции современного типа, это, как я уже сказал, это шаг вперед, безусловно, шаг вперед, потому что, во-первых, это простота обслуживания, это доступность, это скорость обслуживания. Конечно, для такого города, как Бугульма, такие заправочные станции очень востребованы. Бавлинский филиал ООО «Татнефть АЗС-центр» идет в ногу со временем. Подобные автоматические заправки уже открыты в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Ижевске, а теперь и в Бугульме. Первым 30 нашим клиентам раздадим дисконтные карты «Татнефти», по которым можно будет получать гарантированную 3% скидку. Еще один участник акции – ветеран войны, почетный гражданин города Бугульмы Хамид Шафиков полжизни провел за рулем. После войны работал на руководящих должностях, на автомобиле ездил всегда сам. И сейчас любит прокатиться по городу с ветерком. Это очень хорошо, что они оказывают о них заботу и думают о них, о ветеранах. Заправив полные баки, ветераны отправились по своим делам. По делам неотложной важности. Встретиться с подрастающим поколением и поведать им о той странице истории, где они сыграли важную, даже решающую роль.